Всем привет! Приехал на рыбалку на Чиные, вновь попробую судака, расположился. Пробурил три луночки вот так. Две поставил на мормышку. Пока месть на карася, да его может карась будет клевать. И буду в эту блеснить. Уже маленько поблесни. Вот, уже есть три судачка первых. Один мелкий, но два таких, ничего, нормальных, только расположился. Будет интересно что-нибудь снимем. Уже начало утра есть положено. Облесенку берет потихоньку. Я говорю, на мормышку только непонятно, будет или не будет. Пока не будет. Рано еще. Под ялочек. Красавец. Пил ту удочку. Такой судачишка. Вот небольшенький. И тоже пойдет. Закидываем назад. Переехали на другое место половить карасей. Так расположились. Три удочки я себе пробурил, поставил палатку. И буду ловить. Игру. Опа. Тук-тук. Карасик. Карасик. Карасище. Подожди, поиграть. Мужичок клюнет тоже. Оба. Хорошая поклевка была. Резкий ударчик. Открою. Продевал уже. Опа. Поиграем чуть.
идут поклевки. Неплохие, в принципе. Но заодно. Опять не подсох. Ладно. Карасямба опять. Опять карасямба. В принципе, 45, наверное, если судить по сетям. Хороший. Зацепил меня тут все. Вытащил. Все. И эту удочку. А, вот он, бабушка. Голая чем-то. Ладно, сейчас насажусь, закину. И на ту удочку, и на эту, на две сразу клюет. Рыба не берет. Смотрим. Подыграем чуть. Чебак. Вообще сегодня. Неплохо. Для обеда буранчик ушел. И рыба заклевала, подыграем. Карасямба тросик. Окунишка такой.
взял на игру. Клюет вся рыба. Попробуем еще раз. Ручка. Опа. Приподнял, стоит. Зачетный хороший карась. Вот это вообще кабан. Такой кабан вообще. Ну все. Рыба клевать не перестает. Но мы уже поедем домой. Все, всем пока. Удачи.